Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Ой, мелькнула уже стройная фишечка дня, хотела, как всегда, потом на нее показать, но показываю, раз уж мелькнула, показываю. Вот такая красивая травка, видите, травка-муравка, которую многие в огороде, когда видят, берут, собирают как сорняк и выбрасывают. А выбрасывать не надо, потому что это портулак овощной. А видите, какие у него интересные мясистые листья, стебли. Он родственник, между прочим, кактуса, это суккулент. А поэтому, ну что поэтому, не выбрасывайте. Как любая зелень, она полна витаминов, минералов, антиоксидантов. То есть это то, что продляет нам и здоровье, и молодость. А берете, слегка отвариваете и готовите салат с чем угодно. Можно с яйцом, можно просто там лучка, чесночка маслицем заправить. Ну, все, что хотите. Вот внизу по ссылочке, если пройдете, несколько интересных рецептов найдете. Просто обратите внимание, походите по своему огороду, вот такую травку, если найдете, пускайте ее в дело. Молодые побеги еще до цветения используйте. И никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы, ставьте под видео лайк, оставайтесь на связи, жгите. И все у вас получится. Всего вам доброго. Пока.